Добрый вечер, дорогие друзья, и мы с вами разберем следующие две задачи. Задача последовательность и задача N и K. Давайте прочитаем условия. Задача последовательность. Имя входного файла input, имя выходного файла output, ограничение по времени 2 секунды, ограничение по памяти 64 мегабайта. Условие. Вводится последовательность чисел до тех пор, пока не будет введено два равных подряд числа. Посчитать количество чисел в последовательности. Входные данные – это введите количество чисел, включая два последних. Пример входных данных. Давайте разберем пример. Нам дается некая последовательность, и нам нужно считать, сколько в этой последовательности чисел. Как мы видим, в этой последовательности она заканчивается двумя пятерками. 11 чисел. Которые нам нужно посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И уже после второго подряд введенного одинакового числа нам нужно вывести сумму чисел, которые были введены. Итак, давайте разберем мой небольшой код, который я уже для себя накидал. Копируем его. И вставляем. Итак, давайте разберем, что же я тут написал. Библиотеки, как обычно, главная функция и фриопены. Далее смотрим мой алгоритм, который я написал. Для начала мы инициализируем три переменные. Переменную s, равную 2, переменную n1 и n2. Потом введем в переменные n1 и n2 первые два значения последовательности. Далее мы открываем цикл, в котором мы сравниваем, не равно ли n1, n2. Потому что если на начальном этапе первые два значения будут одинаковыми, то в цикл программа не зайдет, а сразу выведет значение s, а s у нас равно 2. А если у нас первые два значения разные, то мы заходим в цикл и сразу же в переменную n1 заносим значение переменной n2, а далее вводим значение, новое значение в переменную n2. Тем самым мы смещаем всю нашу последовательность на одно значение вправо. И s увеличиваем на единичку. И когда у нас n1 и n2 станут равными, программа выйдет из цикла и выведет нам s. Давайте попробуем наш код отправить в тестирующую систему. Зачем же нам нужны фриопены? Фриопены нам нужны, чтобы программа смогла протестировать наш алгоритм и уже значение, которое выведет наш алгоритм, сравнить с тем значением, которое получилось у автора программы. Так, выводим s, все правильно, и отправляем. Обновляем страницу. Задача принята. 0 секунд. Интересно. Очень интересно, почему же 0 секунд? Наша программа работала ровно 0 секунд. Может быть, она настолько быстро справилась, что... Хотя ладно. Посмотрим следующее задание. Следующее задание N и K. Имя входного файла input, имя выходного файла output, ограничение по времени 2 секунды, ограничение по памяти 64 мегабайта. Условие. Вводится два числа n и k. Выведи количество чисел из диапазона от 1 до n, включительно таких, что их сумма цифр делится на k. Итак, давайте разберем мой алгоритм, который я написал буквально минут 10 назад. И посмотрим, как он работает. Так. Надо занести комментарии. Итак, библиотеки мы подключили, как обычно. И мы можем увидеть новый фрагмент перед функцией main. Это функция с именем sum, в которой мы передаем аргумент типа integer.
Что именно делает наша функция, я объясню позже. Сейчас перейдем сначала в главную функцию main. Всегда, когда программа начинает работать, компилятор ищет функцию main, с которой начинается работа. И тут мы инициализируем 5 переменных n, k, i, h и s. N нам нужна для значения n, k нужна для значения k, i нам нужна как счетчик для цикла, h нам нужна для проверки, для подсчета суммы цифр числа в диапазоне от 1 до n, а s нам нужна для подсчета таких чисел, которые делятся без остатка на k в диапазоне от 1 до n. Далее мы вводим n и k. Открываем цикл от i равному 1 до n, меньше равно n, и плюс-плюс. Далее заходим в цикл, и переменную h вызываем функцию sum, и передаем значение в виде i. I это значение счетчика цикла, и с каждым витком она будет передаваться разное. Допустим, у нас n равно 4, а значение k равно 2. И программа, зайдя в цикл, начнет с единицы. H равно 1. То есть и передается в функцию sum 1. Что же делает функция sum с 1? Давайте посмотрим значение n 4, а k 2. Функция sum нам нужна для того, чтобы посчитать сумму цифр в числе. В функцию мы передаем значение i, то есть 1. Далее инициализируем некую локальную переменную s, в которой у нас будет храниться сама сумма цифр. И уже с помощью цикла while подсчитываем сумму чисел. После того, как мы почитали, мы просто возвращаем переменную s, то есть возвращаем сумму цифр числа, и эту сумму цифр возвращаем и сохраняем в переменной h. Далее мы сравниваем, если h деленное на k, то есть h mod k, или если остаток от деления h на k будет равен не нулю, то мы переходим на следующий виток цикла. А если деление h на k нам дает остаток 0, то мы просто нашу переменную s, которую мы инициализировали здесь, увеличиваем на 1. Можно даже сделать вот так. А в конце концов мы просто выводим s, сумму цифр, которые в диапазоне от 1 до n, кратны k. Чтобы вы не путались, переменная s здесь и s здесь — это абсолютно разные. И для примера я введу значение, поменяю значение s здесь на c и возвращаю я c, чтобы никто не запутался. Сохраняем, копирую наш код. И отправляю решение. Смотрим наше решение, убираем сингеты и комментарии. Сингетов у нас нет. Можно и без теста попробовать. Но лучше всегда перед отправлением программы ее тестировать. Посмотрим, как наша программа компилируется. И наша программа принята. Вот и все. Спасибо за просмотр. Пока.